Всем привет! Сейчас на нашем манекене покажу, как подровнять волосы полукругом. То есть сейчас у нас волосы, манекен еще ни разу не стриженный, и волосы, они просто все разной длины, а нужно сделать красивый полукруг. Как это делается? Делается это следующим образом. Точно так же у нас должна быть всего лишь одна точка ориентира для данной процедуры. И вот вам зонтик, к примеру, да, вот зонтиком мы видим красивый полукруг. И есть одна точка, от которой расходятся лучи. На манекене будем делать то же самое. То есть мы сейчас ставим всего лишь одну точку, где-то, может быть, даже над головой, и от которой у нас будут расходиться лучи. И тянуть будем в разные стороны. Мы берем голову, чуть-чуть наклоняем вперед, можем в принципе и не наклонять. Как правило, волосы такой длины стригут вообще стоя, ну, клиент стоя стоит, чтобы не стоять на полу где-то на коленках, потому что иначе наклоняться сильно придется. Делаем центральную оттяжку по затылку, волосы оттягиваем вниз, ну, там практически с нулевой оттяжкой, и состригаем желаемую длину, поскольку у нас идут виски короткие, височно-боковые зоны, мы примерно по ним ориентируемся и срезаем определенную нужную нам длину, или там сколько попросил клиент. Вот мы это срезаем, у нас контрольный срез, и потом от нашей точки, которая может находиться где-то выше головы даже, делаем лучи, оттяжку в сторону, исходя из контрольной пряди, и состригаем. Делаем следующий, как вот у зонтика я вам показал. Делаем следующий прочес, точно так же в сторону. Продолжаем линию перпендикулярно линии оттяжки. Потом следующую линию тянем. Точно так же делаем срез перпендикулярно линии оттяжки. И, как у зонтика, заворачиваем все по длине. Причесываем еще раз хорошенько, чтобы все прядки у нас выпали. Поднимаем. Поднимаем. И в другую сторону все то же самое. То есть мы шли влево, в левую сторону, сейчас вправо точно так же проходим от центральной пряди, прочесываем от нашей точки и идем по окружности, по линии, пусть будет линия зонтика. Все срезы у нас перпендикулярные. После того, как мы срезали волос, да, мы уже, сейчас вам сниму со штатива. Так, вот после того, как мы срезали, мы уже получаем красивый полукруг. Сейчас покажу на стене, чтобы было лучше видно. Как вы видите, мы получаем ровный красивый полукруг. Стрижка занимает буквально 10 минут по времени. На штативе не мог показать, потому что волосы сворачиваются. Пришлось поставить голову на шкаф. Вот, а когда в прямом они вот просто висят, ну, без спины, то эффект как бы практически ровных волос. Но при наличии спины, или как в моем случае шкафа, заставив манекен, мы получаем такой красивый полукруг. Всем пока, до скорых встреч, скоро будут еще новые видео.